Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою обширную серию по методам, народным методам лечения различных болей в спине, радикулита, а также проблем с позвоночником. И сегодня у меня будет мазь при болях в спине, вызванных радикулитом и другими подобными неврологическими проблемами. Эту мазь необходимо применять ежедневно, можно 3 раза в день. Работаем до результатов. Естественно, применяем в этот момент 1 или 2 других моих рецепта. Все ссылочки на подобные рецепты будут в описании к этому видео. Но для нашей сегодня целебной мази необходимо, взять какую-то пустую банку. Например, от какого-то крема для лица. Хранить такую мазь обязательно нужно в закрытом шкафу. Итак, 100 мл спирта покупаем в аптеке. Далее, 30 мл раствора йода тоже покупаем в аптеке. А также в аптеке необходимо достать настоящую, очень важно, вьетнамскую звездочку. Если небольшая боль, просто ноет сильно спина, можно взять на кончике ножа нашего бальзама и соединить с нашими другими компонентами. Если боль сильная, можно взять 2 или 3 раза на кончике ножа данного бальзама. Все хорошо, все наши компоненты, спирт, йод и бальзам, очень тщательно перемешиваем в нашей подходящей баночке. Наш бальзам, наша мазь готова. Ей просто растираем, хорошо втираем в больную спину, в больной поперек. Вот и все, будьте здоровы.